Пожилые люди всегда играли и будут играть важнейшую роль в развитии нашего общества. Именно они передают бесценный опыт и знания юному поколению, учат их ориентироваться в меняющемся мире. Мы просто смотрим на вас и всю вот эту вашу мудрость впитываем в себя, пропускаем через себя. И тот вот багаж знаний, который вы нам дарите, это на самом деле бесценно. Та любовь, которую вы нас одаряете, это тоже незабываемо. 1 октября особенно чтят представители мудрого поколения. Тематические торжества проводятся и в Воскресенском районе. Одной из первых стала праздничная программа для тех, кто года не считает. Они всегда душой молодые, они всегда жизнелюбивые. Это люди, на которых надо равняться. И сегодня мы для них делаем такую праздничную программу, чтобы в их душе всегда было тепло, несмотря на осеннюю такую пору, холодную погоду. В адрес представителей элегантного поколения в этот день звучало много теплых слов. Живите долго, передавайте свой опыт молодым, на своем примере показывайте, какие вы выносливые, какие вы мужественные. Какие вы добрые, какие вы можете быть счастливы, оставаться в душе молодыми, быть счастливыми, быть востребованными, потому что это самое большое, наверное, счастье на земле, когда ты кому-то нужен. Эти люди многое пережили. Они точно знают, что наша жизнь – это просто мгновение. И если мы передадим нашим детям вот это смысл этой жизни, что это мгновение, я думаю, что они нас любят, дети-то. Может быть, они повторят то, что мы с вами совершили в этой жизни. Дай Бог, чтобы наши дети были не только учеными, но и воспитанными. Изюминкой праздника стал концерт, подготовленный силами учеников 22-го лицея. Школьники подарили виновникам торжества прекрасный осенний букет из красивых песен. Анна Яшкина, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.